Вітаю вас. Триває вечірній ефір на телеканалі Миколаїв. Ви дивитесь програму «Чим живе область?». І я представляю вам гостей нашої студії. Сьогодні до нас завітали голова Очаківської районної державної адміністрації Сергій Самоуков та заступник голови Очаківської райдержадміністрації Зоя Шевельова. Вітаю вас. Сергій Вікторович, ну, наверное, начнем с вопроса к вам. Вот социально-экономическое положение в Очаковском районе. О чем надо сказать? Какие основные направления развития и промышленности? Давайте начнем с этого. Добрый день. Очаковский район, он особенный в Николаевской области, потому что он расположен вдоль берега Днепробузского лимана. У нас есть выход и в лиман, у нас есть выход и в море. И он самый южный в Николаевской области, и поэтому в этом есть его особенность. У нас нет крупных предприятий, таких как крупных заводов там, или, я не знаю, промышленных предприятий. То есть экологически чистый район. У нас есть два винзавода, которые выготовляют виноматериалы, изготавливают, и они продают их, и из них уже делают вино. И, да, ну, и сейчас я поподробнее об этом расскажу. Значит, если сравнивать Очаковский район с другими районами, мы можем выращивать только технические культуры. Это зерновые, это сельское хозяйство у нас развито, и виноградники. Это по сельскому хозяйству, это наше приоритетное, мы больше другого выращивать не можем, это климатические условия у нас такие. Значит, в Очаковском районе существует морской порт, так у нас есть выход в море. И морской порт, порт Очаков, он в 2014 году начал расширяться. Они открыли зерновой терминал, и теперь у нас в Очаковском районе идет перегрузка зерна. То есть они перегружают на баржи и отправляют их там, ну, на экспорт. Планируется в перспективе, они еще планируют перегружать подсолнечное масло. То есть они терминал для хранения и перегруза еще планируют подсолнечного масла. Значит, выращивание виноградников в Очаковском районе занимаются три крупных хозяйства. Это ПСП «Козырка», «Винагро» и ТОВ «Лиманский». У них два крупных винзавода, которые продают виноматериалы. Насколько я знаю, что это успешные предприятия, они занимают призовые, их виноматериалы наши занимают призовые места на разных выставках. И Винагро с этого года планирует, уже, по-моему, даже начал разлив по бутылкам, ну, виноматериал, то есть они уже будут продавать готовую продукцию. Для Очаковского района это приоритетно, потому что акциз, как вы знаете, произошли изменения в законодательстве нашем, акциз 100% идет в местные бюджеты. Вот, кстати, я хотела спросить, вот те предприятия, которые вы назвали, это и винзаводы, и порт, они являются бюджетообразующими для района? Как они, наполняется бюджет? Да, они являются, ну, я еще не назвал, у нас есть еще ветряной парк Очаковский, который у нас по объему промышленной продукции, который экспортирует, который производит Очаковский район, это ветряная электроэнергия, он самый больший вклад вносит. И вот эти предприятия являются бюджетообразующими, это рабочие места и подоходный налог. Вы в районном бюджете, единственный недостаток Очаковского района, у нас нет районного центра. Поэтому многие доходы, многие, ну, податки, налоги мы не можем получать. У нас есть только подоходный налог, 60% подоходного налога, который идет в районный бюджет. То есть мы должны создавать рабочие места или увеличивать заработную плату, тем самым мы можем увеличивать подоходный налог. Если взять бюджет предприятия, бюджет района, сравнить, допустим, 2014-2015 год, прирост сведенного бюджета, то есть это и сельского, и районного, составил больше 7 миллионов. При бюджете 23 миллиона сведенным, ну, это довольно-таки неплохой показатель. А за счет чего вот удалось достичь таких показателей? За счет у нас произошло повышение заработной платы на многих сельхозпредприятиях, буквально там 20-25% по-разному, хотя вы знаете, что у нас в державе там госслужащими, ну и так далее, там только на 13% прошло повышение. Но пытаемся вывести зарплату из тени, то есть работаем мы с общественными организациями, мы очень много работаем с сельхозпроизводителями, с сельскими радами,
сельскими депутатами, ведем разъяснительную работу. Вы же понимаете, что у нас 2 года запрещены проверки налоговой, то есть, по сути, рычагов влияния у нас особых нету. То есть, это просто добровольно. Но когда людям рассказываешь правду, правду всегда говорить легко, допустим, делаем сравнительный анализ и такой, ну, используем такой прием. Ну, допустим, мы берем сплату, податку с гектара земли в каждой сельской раде и сравниваем, почему, допустим, в соседней сельской раде сплата там на порядок выше, чем в вашей. Вам не хватает денег на школу или на садик, на, допустим, по сельским бюджетам. Давайте работать с вашими сельхозпроизводителями. Чем земля отличается? Земля такая же, все одинаковое. Поэтому все должно быть, все должны быть в одинаковых условиях. В принципе, это помогает. И ресурсы еще есть. По поводу, это я по бюджету сказал, по поводу производства хочу сказать, что ветряной парк Очаковский в этом году, в прошедшем году, извиняюсь, он открыл еще, у нас было 10 ветроустановок, еще установили дополнительно 4. В Очаковском районе в этом году, уже там в том году, насколько я знаю, прошли все согласования, планируется развивать еще ветроэнергетику, то есть у нас заходит ветряной парк, еще один південно-украинские ветряные электростанции. Планируется строить 50 установок по 60 мегаватт, общей сложностью 300 мегаватт. То для района это очень хорошо, это рабочие места, причем эти люди, которые заходят, они обещают заключить договора социального партнерства, мы на них очень рассчитываем и ждем. Ну, а, значит, ветряную эту электрическую энергию, которую они вырабатывают, они в общую сеть влаживают, и государство им компенсирует, как за зеленый тариф. Сергей Викторович, ну насколько перспективно вообще вот это направление, что зеленая эта электроэнергия, она достаточно дорогая? Вот как вы считаете, развитие вот этой отрасли в районе имеет перспективы? Я считаю, что Очаковский район имеет, потому что у нас не такие плодородные, допустим, даже земли, как, допустим, возьмите север, ну, нашего, допустим, там, туда ближе к Кировоградской области, Кривозерский район, у нас не такие урожайности, у нас есть места, где действительно там так более засушливые, но именно ветряная энергетика, это, я считаю, перспектива, потому что весь мир идет по этому пути, и я думаю, что технологии идут вперед, и себестоимость ее будет с каждым годом, оно будет дешеветь. Я это вижу уже по солнечным электростанциям. У нас в Очаковском районе еще планируется, там где Черноморская сельская рада, там будет уже, они в аренду земли уже платят, но пока не строят. Но я думаю, что тоже пойдет движение, еще солнечная электроэнергия. Потому что если мы, кто бывал в Европе, тот знает, что, допустим, там даже все частные дома, все обставлены этими солнечными коллекторами, то есть они освещают улицу за счет солнечных электроэнергий. То, что бесплатно, то, что дешевле, и то, что самое экологически чисто. Потому что от газа, я считаю, что надо уходить, потому что работаю, кстати, со всеми. У нас есть уже пример, что в Черноморской сельской раде школа отапливается на соломе. Я, в принципе, говорю это всем сельхозпроизводителям и предлагаю им вместо газовых котельных устанавливать твердотопливные, то есть в основном на альтернативы, на соломе, которые у нас в районе есть. Это отходы винограда, солома, которые действительно есть. Если солому, все знают, что солому сжигают на полях. Все это знают. Поэтому я предлагаю им, ставьте котельную. Ну вот один такой у нас появился уже, пионер в этом году. И я считаю, что это нормально. Во-первых, она дешевле газа. Это самое первое. А самое главное, то, что я считаю, что деньги остаются в районе. То есть он зарабатывает, он эти деньги тратит тут же в своей же там сельской раде, в своей громаде, на розвиток. Они не уходят за границу, как мы отправляем, они остаются здесь. Это, я считаю, приоритет. Я вообще считаю, что рабочие места, что в районе нужно развивать переработку сельхозпроизводителей. Потому что раньше были и пекарни, раньше были и... Допустим, и сметану делали в Козырке, я знаю, там переработка молока. То есть я считаю, что это будущее, и к этому надо идти. То есть громады, Очаковская громада, я ее не беру, она должна быть самодостаточной. То есть мы должны уметь зарабатывать и уметь рационально все использовать. Если говорить о громадах, в Очаковском районе была создана первая в Николаевской области объединенная территориальная громада. Вот расскажите об этом. Да, в Очаковском районе была создана единственная в Николаевской области Куцурубская объединенная громада. Она на базе 2 сельских рад. Это Ивановская и Куцурубская сельская рада.
Это было, они прошли весь цикл. Мы долго обсуждали с сельскими радами объединение громад. Они быстренько, можно сказать, подсуетились, провели сессии, решили объединяться. Ну, во-первых, у них удачное месторасположение, потому что также, кстати, порт Очаков, он тоже стоит на земле Куцурубской объединенной громады. То есть у них речь идет, во-первых, что им дадут распоряжаться своими коштами, и подоходный налог, вот эти 60%, что шел в районный бюджет, он будет идти теперь непосредственно с Куцурубской объединенной громады, и они будут распоряжаться своим подоходным налогом. То есть у них достаточно средств. Вот, ну, могу вам даже сказать, что вот бюджет Куцурубской громады, ну, я так не буду там называть детали, но где-то 11 миллионов сейчас, ну, правда, это с державной поддержкой, так у них где-то порядка 5 миллионов своего властного ресурса. Но это тоже достаточно серьезно, потому что бюджет моего района вот сейчас без Куцурубской громады остался примерно 7 миллионов. Это именно районный бюджет. Сельские бюджеты я не беру, сельские бюджеты у них каждый свои. Но это, в принципе, нормально. Я вообще считаю, децентрализация направлена прежде всего на то, чтобы люди научились зарабатывать, чтобы люди почувствовали хозяева на своей земле, чтобы они знали, какой ценой достается копейка, и рационально ее использовали. Потому что, я вам цифра такая, вот до 2015 год все бюджеты сельских рад переполнены на 4,5 миллиона, то есть перевыполнение. Прошло рост в 2014 году. Районный бюджет 2700, если так брать. То есть сельские, то есть в общей сложности у нас получилось 7300, то есть 7300. Но то есть бюджеты, они за счет вот этих перераспределил податков на местах деньги остаются, осталось только их тратить и правильно влаживать. Сергей Викторович, вернемся к географическому расположению Очаковского района, то, с чего мы начали. Это не только перспективы развития вот ветряной энергетики, портового хозяйства, но это и туристическая, наверное, привлекательность района. Вот расскажите об этом, что удается тут сделать, что мешает? Ну, прежде всего, мешает и проблема основная – это развитие инфраструктуры. То есть у нас дороги, ну как и везде, и в области, и в Украине, у нас дороги побитые, и поэтому туристическая галость, хотя перспективы, я считаю, одни из самых высоких, потому что месторасположение. Все знают, наверное, в Николаевской области – это Черноморская наша коса, это Черноморская сельская рада. Все знают, это Волжская коса, Парутинская сельская рада. Ну и изюминка Очаковского района, это Кимбургская коса, где заповедник, где открытое море, где больше у нас процветает зеленый туризм, но уже ставятся и базы строятся. И тут тоже вопрос такой, что хорошо это или плохо, мы узнаем. Но просто базы уже строятся, которые даже в Покровской сельской раде, они используют все современные технологии, такие как, допустим, система биотал, там, то есть очистка канализации, и они используют на полив воду. Чем, допустим, Черноморская сельская рада базы, я считаю, что, во-первых, очень много баз, они все частные и требуют реконструкции. То есть они не то, что там вчерашние, они уже позавчерашние. То есть люди должны влаживать деньги и реконструировать уже, чтобы пользоваться спросом. Место расположения уникальное. У нас есть Ольвия заповедник, это тоже туристическая, ну, привлекательность, потому что все, кто приезжает первый раз в Ольвию, даже не могли себе представить, что в Николаевской области есть такое место, где древнегреческое государство, 2000 лет до нашей эры. И они просто все довольны. То есть это тоже развитие. У нас богатая история Очаковского района. Очаковщина богатая, вы знаете, что это и суворовские баталии, и так далее. То есть история у нас очень богатая, и ее нужно просто правильно преподнести, правильно развивать. Поэтому и будет туристическая привлекательность. Ну, тут, наверное, мы плавно переходим к вопросам культуры, потому что вот историка, культурные ценности, Зоентона, ну, наверное, вопрос уже к вам. Вот развитие культуры в Очаковском районе, вот как, что у вас есть? Я хочу сказать про то, с чего распочав Сергей Викторович, что у нас есть свои плюсы в Очаковском районе, как свои минусы. Великим минусом є те, що у нас відсутній районний центр, і ті доходи на сьогодні, які ми маємо, це один єдиний налог, один єдиний збір і налог – це з фізичних осіб. Тому на сьогодні
досить важко утримувати таку культурну галузь і соціальну, яка є в нашому маленькому компактному районі. Але за всі ці роки і з таким досить порівняно з іншими районами невеличким бюджетом, ми зберегли всі свої культурні заклади, які є. Ми намагаємося підтримувати ті родзинки, це наші колективи, три гарних прекрасних колективів, які є в Очаківському районі, які знають, особливо «Золотий колос» вже по всій Миколаївській області. І наші колективи намагаємося підтримувати як фінансово, в плані тому, що у нас вже на протязі багатьох років встановлено стипендію цим колективам. І якщо на початку в нас отримував цю стипендію тільки наш ансамбль «Золотий колос», то це було вагомим стимулом і підтягнулися до нас на сьогодні і мозаїка Ульвії, це село Парутино, і наші козаченьки, де активно приймають участь громадяни, яким уже не 18, не 25 і навіть не 35. Тому в нас різновіковий склад оцих наших колективів. Досить прекрасний і відомий у нас в Очаківському районі – це Парутинський палац культури і сільський палац культури, але фінанси теж не дозволяли на сьогодні утримувати цей заклад самій сільській раді Парутинській, тому було прийнято громадою рішення і підтримано депутатським корпусом. Ми взяли його на район бюджет, тому що така унікальна родзинка, як наш палац культури Парутинський, теж повинен мати право на існування. Тому я думаю, що важливо підтримувати нашу культуру. Це одне із зерен того, яке буде наше майбутнє. На початку березня Очаківський район долучився до обласної акції «Рушник єдності». Там працювала у вас в районі наша знімальна група. Я пропоную зараз подивитись цей сюжет, як це було. Будь ласка. Розпочалась екскурсія Очаківщиною з невеличкого селища Козирка. Село пишається своєю школою, яка збирає та збагачує історико-культурну спадщину. Учні провели велику дослідницьку роботу у рамках проєкту «Село моє, для мене ти найкраще». Ми вивчали історію села, історію школи, історію нашого населення, як воно складалося, і етнічний склад населення. В ході цієї роботи багато цікавого учні дізналися про побут, про історію родин, як вони потрапили сюди до Козирки. Ми поцікавилися і кулінарними вподобаннями родин, які страви вони перейняли від українського народу, які страви свої традиційні свого народу зберегли. Діти частували смаколиками гостей з міста, дотримуючись традиційної кухні всіх національностей. Школа пишається виставкою вишиванок цілого родового покоління аж від прапрабабусі. Ініціативу проводити дослідження та видавати посібники історії села у свої руки взяли самі учні. Ми ходили по селі, розпитували людей, і вони нам розповідали про свою сім'ю, про свої коріння, про все розповідали нам. Культурним центром Очаківського району прийнято вважати селище Парутине. Туди і з'їхались всі творчі колективи району. Район починає дихати. Є оцей весняний подих, він ожив. Він дає прилив нової думки, нової порослі. Діти інші вже. І відношення до суспільства інше. Сьогодні Очаківському району є чим пишатись. Хочу сказати за Очаківський район, що в Очаківському районі створена єдина об'єднана територіальна громада. Це Косорубська об'єднана громада, вона створена в Очаківському районі і з 1 вересня вона вже працює по-новому. Очаківщина славиться на всю Україну національним заповідником Ольвія. Свого часу це була одна з чотирьох найбільших античних держав Північного Причорномор'я. Часи розквіту територія міста становила близько 50 гектарів землі. Зараз незвідані краї манять туристів та археологів з усього світу. Гостям провели екскурсію музеєм, показали старий некрополь. Вона наскільки цінна ця територія, тому що ми знаємо лише про Ольвію. Це один невеличкий куточок, це давньогрецьке поселення, ми всі це добре знаємо. Але у ті часи Ольвія – це була центром великої громади. І люди тоді залишили свою культуру тут. В районі розташований вітряний парк, який може повністю забезпечити електроенергією найближче села. Дозволяє забезпечити в повному обсязі Очаківський район і ще
виходити в генерацію магістральних сітей 150 кВт. Соціокультурна акція «Є хліб, є й життя» допомагає всім районам показати та відродити всі культурні традиції своєї місцевості. Зблизити людей та навчитись нового у своїх сусідів. Рушник єдності з Очаківського району передадуть Березанському. Ну, такий досить обзорний сюжет, і він підбив такі своєрідні підсумки нашої першої половини нашої бесіди. Зоя Антонівна, мабуть, варто поговорити про галузь освіти. Тут у сюжеті ми бачили досить багато йшлося про дітей, про участь їх у таких заходах. Як працює галузь освіти? Чи збережена ця мережа? Як в умовах реформи розвивається ця галузь? Ну, я думаю, що освітня галузь – це, мабуть, найдинамічніша галузь, яка змінюється майже з кожним роком, не став винятком. І 2016 рік, знаємо ми, що цей рік буде роком змін саме у середній освіті. І тому на сьогодні будь-яке реформування, будь-яка реформа, вона потребує розуміння суті того реформування, яке проводиться. І розпочали ми своє реформування нашої освітянської галузі в межах тієї децентралізації, яка вже на сьогодні проходить, і підійшли до того, що вивчили всі наші заклади, які є, всю мережу освітянську, яка у нас була і є на сьогодні. Було прийнято рішення про створення 4 НВК в 2015 році, навчально-виховних комплексів, дитячий садок, школа, школа, дитячий садок. Також, як ми вже знаємо і сказав Сергій Вікторович, у нас свого рода в Очаківському районі був пілотний проєкт, це створення Куцурубської об'єднаної територіальної громади, яка надала нам створення цієї громади, надало нам змогу саме на практиці виявити ті проблеми, які, на жаль, не можна спрогнозувати, виходячи з теорії тільки, тому що на практиці було зовсім інше, ми бачили картину. Але на сьогодні в нас ми маємо Куцурубську школу об'єднаної територіальної громади, маємо Іванівську школу об'єднаної територіальної громади. Залишилися в нас ЗОШ району ще 9 і 4 НВК. Тому майже всю свою освітянську галузь ми тільки оптимізували, тому що по-іншому на сьогодні не можна. І будуть також внесені зміни, як ми вже знаємо, 16-го року акцент дається на опорні школи, які ми теж не можемо обійти, ми будемо над цим працювати. І, думаю, саме от Куцурубська громада буде у нас теж пілотним проєктом в плані того, що буде визначена у них саме опорна школа одна, а інша буде як філія працювати. Я думаю, що громада на це піде, тому що за рахунок цього покращиться матеріально-технічна база опорної школи і саме суть того, що реформування освіти – це надання якості, надання освітянських послуг. Тому я думаю, що ми теж будемо долучені ще в 2016 році до реформування. Не можна обійти в нашій розмові тему соціального захисту. І, мабуть, варто поговорити про такий, в такому розрізі, як волонтерський рух, як допомога учасникам бойових дій. От що можна сказати про це? Що в районі відбувається? Хочу сказати за Очаковський район. Очаковський район 100% виконав план мобілізації. В Очаковському районі найбільше погибших. Це теж в тій грустній часті. Але коли у нас почалася війна на Востокі, в Очаковському районі в серпні місяці була створена громадська організація «Очаковщина». Вона була направлена на те, що всі наші земляки, які уходять на фронт, вони отримали, ну, ми їх екіпірували і одягали за счет громадської організації. Це не було гроші якогось фонду, щоб ми збрасували, допустим, на якісь державні фонди, ми займалися своїми. Уходять у нас там, допустим, 10 чоловік села, що потрібно, бронежилети покупали, було залучено дуже багато коштів. В основному це підприємництво. І хочу сказати, що чим бідніше люди, тим вони добріше. И действительно, что люди делились последним, когда уходили на фронт наши земляки и заботились о каждого, постоянный контакт был с родителями, мы, то есть целевыми, помогали конкретно нашим землякам, ну и помогали и другим, конечно, частям, но у нас, вы знаете, наш 73-й центр, это майчане, которые находятся постоянно на передовой,
И много у нас військових, и поэтому это актуально было в тот момент. И действительно, что без нашей допомоги, без допомоги волонтеров, это уже все признали, что было бы намного сложнее. На жаль, час наш обмежений. Я думаю, тут багато про що можна ще говорити, і про волонтерство, і про соціальний захист. Я думаю, ми ще зустрінемось не раз у цій студії. Сьогодні я вам дякую за те, що ви знайшли час завітати до нас та відповісти на всі наші запитання. А вам, шановні телеглядачі, нагадую, що в ефірі була програма «Чим живе область». Залишайтесь на телеканалі «Миколаїв». Побачимось.